История любви и дружбы, в которой встречаются бродячие музыканты, прекрасная принцесса, королевская свита и разбойники. Весь спектакль – один захватывающий рок-концерт, во время которого разыгрывается комедия в духе великих классиков. Это как Шекспира ставить. Бременские музыканты – это Шекспир в детском варианте. То есть это материал мечты. То есть это, можно сказать, вот когда он тебе достается, это как лотерейный билет крупный на большой выигрыш. Работа крупная, говорит режиссер, при том, что мюзикл небольшой, два акта по 40 минут. Большое внимание уделили подготовке костюмов в стилистике 70-х годов, а также постановке танцев. Движения тоже соответствуют времени. Для новогодних праздников театр выбрал сюжет, который отзывается в сердцах всех поколений. Особенно громко звучит тема отцов и детей. Избалованная принцесса влюбляется в бродягу, избегает из дворца подальше от докучливых фрейлин. Катится по наклонной. Да. Ты, Господи, напугала. Ну пусть покатается ребенок, не вижу ничего страшного. Для самых маленьких детей, мне кажется, это будет очень классно, интересно. Мне понравились танцы, мне понравились шутки, мне нравятся костюмы, зрелищно. Мюзикл уже идет на сцене МТА. Режиссер и актерская труппа уверены, спектакль будет влюблять в себя. Убедиться в этом лично могут все желающие до 7 января. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.